А? О! Классно! Песня еще прям, блин, у меня только что был момент. Ну, это вам такое не нравится. Ну это да, это да. Чаю, немножко чаю, немножко чаю, немножко это. Сейчас пару секунд, сейчас будет шоу. Я вам прочитаю, что тут пишут. Пожалуйста, прочитайте. Тут пишут: мы все смеялись, когда для Брежнева на охоте выпускали кошек под видом зайца. Мне весело, пусть радуются ребята. Рифат пишет. У нас есть кошка, ее зовут Зеленая Кошка. Подожди, а мы с кем ассоциируют нас? Не знаю, почему тут кошка и зайцы. Да, мы зайцы. Нет, это здорово. Пользуясь случаем,
хочу передать привет. Леониду Ильичу Брежневу. Нет, в Казань альтернативно доказанным зайцам, да? По-моему, так? Теоретически доказанным зайцам. Передаю привет теоретически доказанным зайцам. Леонка, Андрюха, Казань, мы с вами, вы с нами. Вы еще не мерзнете, но мы уже мерзнем за вас. Теоретически доказанные зайцы. Forever. Это прям... Это вы потом в Википедии прочитаете, да. Следующая песня называется... О, смотри, что они неправильно наклеили. Так. И немедленно выпил. Смысл в чем оказался? Они не искали... Горизонталь. Как он называется? Горизонталь. Они искали центр. Понятно. И я вымерил вот так. Ладони фаланга. Но там фаланга вот чуть-чуть дернула. Ну и ладно. А мы... Смысл был в том, чтобы Саша руководил, как они все шли. Да. Это знаешь, зачем напоминать широкую на широкую? Которая сыграла с нами злую шутку когда-то. Я потом расскажу. Обязательно. Но не мерзнете тут. Не, мы... Саша не мерзнет. Саша греется. Ему дома холодно, он вышел сюда погреться. Саша погреться вышел сюда. Песня на Дагебасовскую. Индейцы? Остался я один. Так, я наверное варежки найду. Нормально? Thank you.
наберутся у стола, заколотят трубку мира, прочнется голова. Народ пишет: здорово, душевно. Братцы, тут музыканты за деньги работают, так что... А? И еще и реклама была, вот «Черная пантера», да, там. Почему она только желтая? Да, она черная. Короче, музыканты работают за денежки, тут бросают. Если кто-то хочет поблагодарить финансово музыкантов, бросьте мне на телефон, я им передам в натуре наличными. Давайте. Хорошая идея, а? Вы бросаете мне 100 рублей, а я их передаю музыкантам, группа, которая себя называет «Изулы». Юля и Саша. Ничего себе, да. Ребята, 500 рублей перевели. Вау. На вас. Да ну нафиг. Я сказал, бросьте деньги. Так,
Я правильно понял, что 500-очка за музыку? Если смотри, правильно, напиши. Она пса переведут, интересно. Вот, покажи пса. Пса показать? Вон там побежала овчарка. Вячеслав Васильев, да? Давайте поделимся. Нет, слушайте, это хороший бизнес. Давайте я буду вас показывать за деньги. Ну, то есть деньги на вас, а? С обезьянкой, а с цуем. Да, точно, точно, надо будет потом. Тут еще женщина с бородой была. Женщина с бородой за деньги показывали. Это был такой капец, я был в такой ситуации. В какой ситуации? Ну, такое с обезьянкой, с секатором. Это, блядь, каждый день происходило. Здравствуй, Андрюха! Ты все-таки не знаю, я садись за барабан, он лучше меня играет, Чеслов. Вот сейчас он бахнет. Слышишь, Саш, честное слово. Где он? В Алину рабочий, чтобы все поняли, что ты пределе. Ладно, в хэт. А мы сами уходим через 2 минуты. Давай, по любому инструменту перейдем. Табуретка падает, осторожно. А, да, кстати, я подержу, я буду держать. Вот видите прелесть уличной музыки. Пошел человек, сел по барабане. Классно, спасибо. Песня называется «Домой». Домой? А что-то ты жестко заиграл. Потому что мы сейчас пойдем домой после. Ну давай. Ну, может, трамвай, нет? Ой, может, трамвай будет тоже классно. А трамвай мы уже играли. Мне не играли. Сколько времени, скажи? А? Нам светит трамвай или нет? Времени... Сейчас. Трамвай или домой? Ваше слово. Нет, трамвай или домой? 21.34. А трамвай? Трамвай. Трамвай идет домой, почему бы и нет? Давай, трамвай. Давай сыграем обе, да и все. Одну в другую переходящую. Отличная идея. Ну, идея? Да. Вы только реагируете, ладно? Вы только играете. Я реагирую. Oh,
дали вам богача крылом, командор. Тому! Чудесно, ладно. Не, на самом деле, правда, спасибо, Вячеслав. Я вижу, ты замёрз. Василий, да? За деньги. Да, Вячеслав, Василий, да. Спасибо. Это очень круто. Я ну хочу, что, про трамвай. Я хотел сказать еще. Ну, у нас она подразумевалась продолжение. Продолжение. А, давай, я проходя по улице, мелкий-палки. Отлично. Пацаны, для нас, для всех, кто родился. Ну, это, кто родился в СССР. И кто в 87-м году... начал взрослеть, стало быть, то есть, кому в 87-м году было 10, там 11 лет. Ну, например, мне 11 было лет, но в конце 7-го года. То Слава написал. Слава очень написал, хорошо! Больше риса будет! Слава написал Цоя или Крематорий. Может, в другой раз мы еще сыграем для него. Сейчас, пока маэстро будет собираться, я сыграю свою любимую песню из группы Крематорий. Ну, это вообще такая песня про меня прям. Когда уходит любовь, когда
кратере и даже трогать руками. Каждый готов согреть ее своим теплом. Но она не любит мужчин, она любит луннику с родом и с котом. На-на-на. Наш концерт по заявкам. Ой, где тут? Ой. Наш концерт по заявкам закончен. Совершенно неожиданно и приятно для меня встретил моих, можно сказать, друзей. Это из Илы, Саша и Юля. Они почти каждый день играют вот здесь на площади Ленина. Милые ребята, не мерзнут. Похоже, почти. Но уже вот замерзли, собрались домой. Люди зарабатывают как умеют, а мне нравится, как они умеют. Ну все, где вас можно увидеть, кроме Барнаула 24-го? 24-го, ну по дороге в Барнаул. Завтра, послезавтра и послезавтра. Завтра можно здесь приходить, сюда вечером. Да, вечером, в общем, по вечерам здесь, нет, на площади Ленина. Если приходите все к нам, мы можем сыграть Цоя и обезьянку. Если приходите к нам, хорошо. Ну ладно, счастливо, а то у меня, я не знаю, как вы, у меня же телефон замерз. Счастливо. Да. Это Тимурханов, его музыка улиц, улица площадь Ленина, город Новосибирск. Что еще интересное, вдруг, если замечу, я вам покажу в Новосибирске. Будьте здоровы и счастливы. Пока!